Внеочередное заседание Рязанской гордумы пусть и было, по сути, чистой формальностью, некая напряженность все же в воздухе витала. Тем более, что к началу рассмотрения самой, наверное, короткой повестки в истории, всего три вопроса, пока еще председатель Юлия Рокотянская так и не появилась. И заявление о сложении полномочий обсуждали без нее. Проектом решения предлагается прекратить досрочно полномочия главы муниципального образования председателя Рязанской городской думы Рокотянской Юлии Владимировны в связи с отставкой по собственному желанию на основании пункта 2 части 6 статьи 35 Устава муниципального образования городской округ город Рязань. Заявление Юлии Владимировны имеется. Отсутствие Юлии Рокотянской вызвало некое раздражение у системной оппозиции. Коммунисты даже предложили внести поправки в регламент на будущее. У нас, к сожалению, стало очень модно уходить в отставку перед отчетами, без отчетов. И, собственно, как бы вот проработал человек определенный период. Написал, это не только сегодняшнего случая касается, это касается и предыдущих отставок у нас в администрации. Проработал достаточно долгий период человек, написал по собственному желанию. И все. И никаких вопросов, никаких, собственно, никакого отчета о проделанной работе. Судя по всему, главный аргумент в необходимости некоего отчета – попытка понять, что побудило Юлию Рокотянскую уйти по-собственному. Тем не менее, пусть и заочно, без фигуранта, но голосовать все-таки пришлось. Коллеги, решение принято единогласно. Спасибо. Также в унисон Гордума проголосовала и за сложение с Юлией Рокотянской депутатских полномочий. Несмотря на парламентское единство, некий осадочек недоумения все же остался. Обычно, если внутри парламента нет противоречий, на другую работу коллег провожают цветами и аплодисментами. Иногда даже с банкетом. Но, видимо, не в этот раз. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».